Духовщинский район — это вообще зона огромных боевых действий, очень кровопролитных. Их не подразделение, их наступало со стороны Рябищева в сторону озера Махань, такое вот интересное название. Погиб Николай Иванович 14 августа 43 года, но пытаясь заблокировать немецкую группировку смоленскую, наши войска выдохлись к 18 числу, и дальнейшее наступление было прекращено. Но уже через месяц Смоленск был взят, и еще через 2 недели наши войска уже вступили на территорию Белоруссии. Ему уже не суждено это было знать, но честь ему и слава. Вообще путь его сюда, к родному порогу, был довольно тернист и труден. Его доставки, если можно так выразиться, принимали участие много людей. И теперь он покоится здесь, как и молодой парень перед этим, перед смертью, перед гибелью вступил в ряды партии, 23 года. Теперь поклонимся ему, мы можем прийти всегда сюда и отдать дань памяти ему и таким же сотням тысяч таких же молодых парней, которые отдали свои дорогие жизни ради жизни нашей. Я хочу имени поискового отряда вручить его личные вещи. Это, к сожалению, все то, что у него было, но медальон прочитанный. Вот это вот так вот выглядит обычно в таком варианте. Вот, прошу родственников подойти. Даже на ложке выбито К, вероятно, это Коля. Ну, мы предположили, что это Николай Иванович Смирнов. Спасибо.